гитарист. Дорогие друзья, Павел Маршал, не смел, я вам желаю до нас. Светлана, из какого вы города? Ого, там где от вас, да, вот это вот? Больше Ленина, да? Замечательно, а вы приехали в этот город без Кузнеца? Действительно, кто в Сочи с Кузнецом? А по месту жительства есть? Ну, например, нету, да? Сюда и приехали. Сюда приехали. Что двухместный? Что я двухместный, здесь уже подожди. Двухместный, снимаете номер? Ну, не будем вникать, собственно говоря, если есть местный номер, значит, в нем должен появиться второй человек. Поэтому я вас приглашаю на наш импровизированный сигнал. Подашь вам свет, друзья! Ну и, конечно же, какое свидание без ухажера. Присаживайтесь, а вот и ваш ухажер. Встречайте! Андрюшка! Я поражаюсь, Юлечка. Че синовал-то? Один на всю деревню. Этот ваш Адлер реально ведь большая деревня? Прошу вас. А звезды-то у вас прекрасные. Вон, смотрите, созвездие. Вон скопление звезд. Это созвездие Плеяды. По легенде, все звезды названы именами семи сестер. Алкиона, Келена, Майя, Европа, Стеропа, Тайгета и Электро. У меня вчера на тракторе третий клапан пробило. Масло как давануло. Все на ватник пролило. Все в руки в масле. О, чуешь до сих пор? Зевс специально превратил сестер в звезды, чтобы спрятать от охотника Ориона. Вон пояс Ориона, три звездочки. Раз, два, три. Масло, главное, как давануло. Прям фонтаном пролило. Все на ватник. Я весь в масле, капец. Сначала Зевс превратил сестер в маленьких голубок. Масло, главное, так давануло, что вообще весь ватник в масле залило. Я весь в масле, капец, так и остался непожравшим. Зевс был хоть и всемогущий бог. Юлечка, вам вообще интересно? Интересно? А что такое ватник? Послушайте вы, в чем завалили-то про свой ватник? Что, в лексиконе три слова, что ли? Клапана масла ватника? Клапан пробило? Масло давануло, ватник залило, остался не пожравший. Восемь слов. А чё вы гоняете туда-сюда? А чё ты мне не даёшь рассказать, перебиваешь всё время? Действительно, Максим, давайте дослушаем. Ну ладно, вещай, Садко. Клапан у меня, короче, пробило. Да это экшен? Ну не у меня, а у трактора. Блокбастер прям. Масло как давануло. И катастрофа. Весь ватник залило. И наконец разведочка. А, остался не пожравший. Понятно. Все? Да. Ой, смотрите, Юля, звезда новая. А давайте дождемся, когда упадет еще одна, и вместе загадаем какое-нибудь желание.